Квартирные бодхи. Мое дерево бодхи – это моя квартира и мой дом, ветви которого – этажи и квартиры, который год сижу и живу в ожидании озарения. Серые ждуны прошли и ушли чередой многие годы назад. Пандема спростирала свои мрачные крылья, застилая солнце, небо и звезды. Апрельские зимы 18 и 22 расчерчивали небо и облака черным графитом ветвей. Самолетные трейлы рассыпали невидимый графен в воздухе. Когда-то книга о женщине, которая легла в кровать на год, казалась мне странной и удивительной. Теперь многократно умноженную реальность этого зыбкого современного мира проживаю я. Многоквартирные бодхи.